Итак, дорогие друзья, третий этап производства безвирусного посадочного материала. Это первое поле. История этого поля, тот, кто на сайт заглядывает, знает подробно. Еще с прошлого года, как мы здесь дисковали люцерну, как мы готовили почву, как делали холмики, как мы весной этого года высаживали их и все остальные элементы по формировке. Сейчас она прекрасно развивается. Чем мы гордимся? У нас приживаемость уже, скажем, вот в этом состоянии, значит, где-то в пределах 93-95%. И это дает нам некоторые возможности, о которых я буду говорить в конце этого цикла передач. У нас производство достаточно эффективное за счет того, что мы имеем хорошую приживаемость. И практически вот это чудо все, которое вы видите, оно выровнено. Нет ни одного желтого листочка. А раньше это бывало. Раньше бывало. Потому что все-таки вот эти 3-5% зараженного материала, оно присутствовало. Это примерно среднестатистическое наличие пораженных вирусом ореховых деревьев в целом в популяции. И оно отражалось и в питомнике. А когда мы благодаря рекомендациям лаборатории вирусологии жестко начали убирать сомнительные или, скажем, положительно реагирующие деревья и очистили маточно-семенной сад, очистили маточно-черенковый сад. И как результат, пожалуйста, отличное, прекрасное первое поле. Первое поле. Сейчас мы поедем с вами на второе поле. Это поле предварительное. В этом поле мы их, как говорится, высадили и работаем с ними в течение года. На будущий год мы будем их укорачивать вот так вот. Мы будем укорачивать их на 2-3 сантиметра примерно вот так. И до осени укороченный пенечек даст прекрасный прирост, который вы увидите на втором поле, выше моего роста и отличного качества. Итак, третий элемент создания безвирусного саженца. Это первое поле. Будь добро.